10 уроков настоящей и от бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Хёрд. Обвинить Джонни Деппа в абьюзе и сломать карьеру человеку, который выстраивал ее десятилетиями, лишить множество контрактов и просто отменить в обществе. Бить Джонни Деппа. В путешествиях актеру приходилось бронировать дополнительный номер, чтобы было где спрятаться, когда Хёрд снова придет в ярость. Фотографировать Джонни Деппа, когда он пьяный. Хороший и недешевый материал для продажи интернет-изданиям. Отрезать палец Джонни Деппу, чтобы он не совал его куда ни попадя. Открывать каждый вечер новую бутылку вина Джонни Деппу, который в этот момент лечится от алкогольной зависимости. Измазать кровать Джонни Деппа своим говном, а потом всем рассказывать, что это он измазал кровать своим. Изменять Джонни Деппу, ведь теперь-то уже известно, что Хёрд изменяла актера с Илоном Маском, и на суде он представил видео со скрытых камер. Перед судебным заседанием бегать по всем комнатам суда в поисках Джонни Деппа, чтобы потрепать ему нервы. Обзывать Джонни Деппа старым, жирным и никчемным. Пользоваться связями Джонни Деппа, чтобы хоть как-то закрепиться в Голливуде, ведь если у самой нет таланта, то всегда можно поюзать старого и никчемного деда.